Согласно утвержденному плану боевой подготовки на 2022 год, на территориях близ южных границ Азербайджана начались учения воинских частей сил специального назначения. Организовано взаимодействие с другими видами войск. Согласно плану, на последующих этапах учений подразделения специального назначения выполнят ряд задач во взаимодействии с оказывающими им поддержку военно-воздушными силами и подразделениями ракетно-артиллерийских войск. В рамках учений отдельно проводится проверка определенной спецподготовки подразделений специального назначения.